перед жителями и гостями Сочи выступили Эдуард и Йоханнес Кутравац. Знаменитые австрийцы исполнили вальсы Штрауса и венгерские танцы Брамса. Играть здесь нам наиболее приятно, потому что русская душа, русская публика самая чуткая, эмоциональная, и с помощью классики душа тянется вверх, и она всегда вечная и нескончаемая, которая помогает и движет нами всеми. Ответ брата был о том, что на самом деле очень важно и всегда хорошо исполнять эту классическую музыку, потому что она всегда находит свое услышание, он тоже согласен, что это вечно и нужно для всех нас. Даже несмотря на техномир. Эдуард и Йоханнес Кутравац – исполнители не только дуэтных, но и сольных программ. Помимо Штрауса, Брамса, Листа и Шуберта любят играть русских композиторов – Рахманинова и Чайковского.